Алиев врет религиозным лидерам. Собственно говоря, зачем он тогда тратился? Чтобы собрать их и соврать. А собрал он на этот раз в Баку религиозных лидеров на втором одноименном саммите. На всех древних картах и картах царской России все топонимы в Нагорном Карабахе были азербайджанского происхождения. Без угрызения совести озвучил Алиев то, что ему написали на бумаге его же антиармянские пропагандисты. Ну что, давайте внимательно рассмотрим, в чем соврал Алиев, и попытаемся обосновать, где и когда возникли тюркские топонимы на территории Арцаха, он же Карабах по-азербайджански. И сделаем логичный вывод. Тем более, учитывая, что президент тюркской страны, говорящий о тюркских топонимах, возглавляет целую страну, у которой не тюркское название, а иранское и с арабской транскрипцией. Что такое Азербайджан на тюркских языках? Да ничего, нет такого слова. А вот из парфянского, старого иранского, это Атурпат, огнепоклонник. Иначе говоря, можно перевести как «страна огнепоклонников». Речь о том, что когда еще предки тюрка Алиева перебирались из пастбища на пастбище в Центральной Азии, на территории Атурпатакана, того, что в Иране, и Ширвана, Абширона, того, что в современной стране Азербайджан, жили огнепоклонники, коих вытеснили эти самые предки тюрки. Так о каких топонимах тюркских речь, если сами не дома? Ну, до этого еще дойдем. Пока взглянем на эти самые древние карты, о которых ляпнул Алиев, не продемонстрировав ни одну древнюю карту. Начну с того, что то, что для Азербайджана древний мир, для Армении это позднее средневековье. Прошу зрителя именно на эти мои слова обратить внимание. А пока я лишь покажу несколько известных в мире исторических карт, европейских, восточных, которые показывают регион с древнего мира до позднего средневековья. Итак, вот карта абсолютно независимая, которая показывает исторические границы Армении до нашей эры. Но дело даже не в этом. Этих карт в интернете оцифровано и в библиотеках, музеях мира сколько угодно. Дело в том, что если внимательно взглянете, то не то, что Армения и земли нынешнего Карабаха, кои в составе Армении не имеют тюркских названий, но и вообще весь регион без тюркских названий. Только названия исключительно автохтонов. А границы Армении на востоке проходят по реке Кура. А если увеличить внутри Армении и посмотреть на регионы той же эпохи, то среди областей Армении мы также увидим Арцах. И снова вокруг ни одного топонима с тюркским названием. Можно один за другим показать в слайдах действительно карты древнего мира, европейских изданий разных эпох. И будет вам Армения и Арцах, Карабах в придачу, и ничего рядом тюркского. Например, карта Пьера де Селье 1487-1553. Его карта Планисфера представляет мир от Америки до Японии и Тихого океана. Это огромная карта, красиво начертанная на пергаменте в 1550 году, раскрашенная и украшенная яркими красками. Она была составлена в городе Монт-Моренси во Франции. Или арабский географ Ибн Хатиб Эль-Руми в своей книге «Навадир Эль-Караиб ва Маварид Эль-Аджаиб» «Удивительное создание и чудесные явления». Представил исламскую карту он всего мира, где внимание уделено в основном исламским странам. Согласно исламской традиции, карта ориентирована югом наверх. Она взята из османского перевода 1562-63 года той же рукописи. Оригинал был создан в 1446 году.
Или так называемая псаломная карта, начертана в 1250 году в рукописном псалтире. Карта имеет средневековую форму, но она, как и карта Манна Мунди из Герефорда, или карта Манна Мунди, которая находится в кафедральном соборе города Герефорда в Англии, составлена около 1300 года Ричардом де Белло. Это средневековая рукописная круглая карта, начертанная на пергаменте. Подобные карты были характерны для того периода, для того времени, но до наших дней дошло лишь несколько образцов. Карта хорошо сохранилась. Или это интересная карта, которая называется «Земной рай» Эдем, основана на средневековых мифах и религиозных традициях, согласно которым земной рай находится у Междуречья. Карту составил англичанин Эммануэль Боуэн. Это середина 18 века. Или напечатанная в 1783 году в Париже карта Филиппа Буаша. Это начало 18 века. Называется карта, знакомящая с жизнью святых. На ней изображены библейские страны и отмечены имена потомков Ноя, обосновавшихся в них. Дальше больше. В средние века, как известно, на Византию, Закавказье надвигаются тюрки из Центральной Азии. Это были и кочевники, и воины. Постепенно регион заселяется ими все больше и больше. Византии вовсе не стало. Армения, вот как на этих картах, была разделена между турками и Ираном, во главе которой встала тюркская династия сефевидов. Этот план называется историками Великим Сургуном. А вместо армян заселяет Армению, в том числе и Арцах, тюркскими шиитскими племенами. Напомню, шах Аббас сам был шиитом. Эти самые тюркские племена и стали переименовывать армянские топонимы на свой тюркский лад и Арцах в том числе, назвав его Карабахом, черным садом. В тюркской топонимической традиции горы часто называли Кара черными из-за их лесистости. Ровно 200 лет они хозяйничали под эгидой иранских шахов. Расселялись по Армении, переименовывали и прочее. И только после результатов русско-персидских войн сначала 1801 по 13 годы и 1826 по 28 годы к России отошли территории исторической восточной Закавказской Армении, бывшей персидской. Грибоедов и ряд российских деятелей, как русской, так и армянской национальности, вновь стали заселять Армению армянами, потомками чьих предков переселил вглубь Персии шах Аббас. Чего тут выдумывать? Это общеизвестные вещи. За 200 лет и поназывали Арцах Карабахом, Севан Гюйчаем и так далее и тому подобное. Но 200 лет ничто перед несколькими тысячами лет армянской истории. Скажу больше. Топонимы современного Азербайджана, как и само название Азербайджан, сплошь и рядом тоже состояли и состоят не тюркскими названиями. Все старые топонимы не тюркского происхождения. Названы они талышскими, иранскими, татскими, лезгинскими наименованиями. Именно старые. Маштага, Бузавна, Новхана, Баку, Ленкара, Настара, Худат, Лерик, Хачмаз, Губа, Новханы, Чеки, Нахчеван, Гобустан, Барда, Гянджа и прочее. Что вы тут тюркского-то видите? Если хоть из перечисленного одно тюркское название есть, плюньте мне в лицо, да хотя бы через эту камеру. Напишите мне письмо и можете хоть как оскорбить. Я только вам подтвержу и скажу, да, я такой. Ничего из того, что я сейчас перечислил, не имеет тюркского корня, тюркского топонима. Так о каком Карабахе-то вы говорите? Вы хоть, я не знаю, хоть поинтересуйтесь происхождением этих топонимов. Чё Алива-то слушать? А вот такие тюркские наименования, типа Ахдам, Ахдаш, Кюрдамир, Тюркян, Гюйчай, Огус, возникли
либо в российские царские времена в 18-19 веке, либо при советской власти в 20 веке, по большей части. Вот это вот уже тюркские. И по сей день в 21 веке переименовываются на тюркский лад. Так что лжет Алиев, когда говорит о древних картах и топонимах. На древних картах даже Азербайджана-то нет, восточнее от Армении, а тюрок и подавно. Но если слово «древний» в Азербайджане подразумевается с 17 по 20 века, то да, тюркского много. И я объяснил и разжевал, почему. А мои слова можно проверить на подлинность. Да и откуда Алиеву знать, что такое древний? Кстати, знаете, как по-арабски «древняя карта»? Я скажу «Харита аль-Кадима». А знаете, как «древняя карта» по-азербайджански? Тоже скажу «Гадим харитасы». Попробуйте почувствовать разницу. Как говорится, «Харита аль-Кадима» и «Гадим харитасы». Президент, который говорит о древних картах с тюркскими топонимами, не имеет родных тюркских слов «древний» или «карта». Позаимствовали эти слова у арабов, но имеет при этом наглость врать о картах и тюркских топонимах древних.